такой ход, конечно. Так, что меня там сняло? Меня сняло PSS, сняло по цене 0.7. Немножко хуже, чем ожидал, но ничего страшного. Так, у BDX перспективы есть. Будем смотреть, как оно будет исполнять эти все действия. Так, вроде бы последний откатик у нас был до 99. Но она так рвано свечками идет. Самое главное, что здесь пришел бидок. Хотя бы центов 20 ее подвинул туда ниже 80 центов. Уже было бы неплохо. Рынок у нас прошелся вниз. Только сейчас акцию сорвало. Надо смотреть, как она будет сейчас себя вести на откатах, на возвратах рынка. Вот то, что сейчас как раз происходит. То есть, если там будет бид нарисовываться, она будет возвращать. Конечно, может и пойти по стопам там сбить всех. Да, офер куда-то пропадает. Вот сейчас откат идет по маркету. Это я не люблю такие ситуации. То же самое MON делает. Это первый признак того, что пора идти кушать. Так, 89 на 88, 89 Нью-Йорк, кто видит сейчас ленту, стоит скрытая, 89. Сколько она там будет стоять, неизвестно, но факт в том, что для меня это явный признак, что я стоп однозначно уже передвигаю на 91 цент. Она выходит по рынку, только рынок начал вниз, откат сделала, показала сопротивление скрытую, и рынок вниз, и она по рынку тоже пошла все-таки вниз, беды разбирать. Очень даже неплохой признак. Смотрим, надо, чтобы она 80 центов прошла своим корявым движением. Так, 82 есть, 80 распечатали. Теперь главное, чтобы офер она ниже ставила и давила. Так, отлично, 79 распечатала и офер поставила. Семьдесят восемь лимит кто-то поставил. И при том по EDX-у там сняли кого-то. Семьдесят семь распечатали, неплохо офер. Так активно ставит цифры. 75 печатают, 6 лотов по EDX стоит. 88 ADF левые принты прошли. У многих на чартах будет сейчас показывать сквизы. То есть не обращайте внимания, у кого ТОС, там другие чарты. Это по ADF бывают, там не всегда ликвидность есть большая. Кто-то запустил. Непонятно. Вот у меня считает Грейбакс сейчас плюс 8 центов. Хотя у меня на данный момент приблизительно плюс 20, плюс 19. Сейчас вот принт пройдет, у меня опять будет плюс 22 уже рисуют. Такое бывает. Кто-нибудь сидит в BDX? Есть у кого-нибудь шорт-позиция BDX?
я что-то в чате вообще ничего не вижу. Трейдинг пока еще продолжается у нас, я заново снимаю. То есть вот эту позицию я заканчиваю, закрываю. И на этом, наверное, все, потому что я уже ничего не вижу. Хотя рынок только пошел, только стоит, скажем так, начинать искать и перебирать акции уже на шорты. Потому что, смотрите, шорты хорошо пошли. Вполне возможно, что в первый день сегодня они могут неплохо пойти. То есть если это уже где-то начнут откат делать по рынку в целом, на следующий день уже будет легче шортать, потому что вчера там, особенно вчера, сегодня утром, ну шорты ну просто выносили. Смотрите, BDX отличный просто момент на самом деле. Так, 75 раз печатали. Камтасия там что-то конвертирует у меня, и плюс я обратно записываю Камтасией. Алло, слышно меня вообще? Поставьте, пожалуйста, плюсики, потому что я ничего не вижу, что в чате, в скайпе. Так, слышно меня? Поставьте, пожалуйста, в какие-то сигналы в скайпах. О, отлично, наконец-то. И оказывается, без этого. Тут позиция пошла. Кто в BDX сидит? Поставьте, пожалуйста, в скайпе, в тикер-чате напишите. Я записываю обратно видео, поэтому видео будет вот этого второго кусочка, как пошла BDX. Там кусочек буквально пропустим. Так, я тут уже на данный момент где-то готовлюсь тоже часть крыть. Тут 200 шер сидит отлично. Часть можно где-то покрыть, где страшно будет. Частью можно высиживать по 91 стоп ставьте. А какая точка, кто 200 шер сидит? Под ником Цветков. Какая точка входа? ,95, наверное, уже на пробой ходили. Я смотрю, развернулась МОН Монсанто. Я ставлю total size стоп на 72 цента. В 71 вроде как удержали. 72, если принт уже будет, готов закрывать позицию. Почему не идет акция, я не знаю, если я не понимаю вообще, так, а Лен, почему не идиот? Ой, LG, не идиот или не идет? Не идет, я так понимаю, не знаю. То есть, если я не знаю, почему акция там не идет, я как бы голову себе не ломаю. Если я вообще что-то не понимаю, я ее просто выключаю. Не пытайтесь думать, что происходит в акции, мы все равно не узнаем. То есть там кто-то... Мы же не знаем, когда кто-то собирается что-то купить, либо что-то продать. То есть это никакой индикатор, никакой осциллятор не покажет. Это тупо психология. Мы просто можем статистически брать идею, заходить,
Пошла идея, не пошла. Да, самое главное, это money management, risk management. Сегодня утром в этом, я думаю, все убедились. Видео очень полезное было, потому что у меня утром, я не знаю, я не считал, сколько у меня было отрицательных позиций подряд. Ну, наверное, штук 5. Что делать, если дала не 200 акций, а 175? На форуме есть у нас видео, как крыть неполный лот. Можно зайти, выставить в окне, вот в этом окне, кто видит экран, вот здесь. Можно здесь поставить, вот у меня выставлен рынок и нет. Просто ставите здесь количество, там 175, да? 25, к примеру. Так, тут 25, что-то у меня не поставилось. А у меня тут не выставляется, но у меня горячие клавиши пишут. А, нет, нет, тут мне. Тут надо 25 поставить и добрать. Либо посмотрите видео, там есть как крыть. Неполный лот, либо 25 добрать, либо 75 покрыть. На форуме есть видео. Вообще через Инет это нужно делать. Попробуйте здесь написать 25, выставить market order и по... Так, там 25. Вот, 25 market выставила, видите? И по рынку Инет отправить buy или sell. То есть, ну тут в данном случае вам допродать нужно.